Представляю вам еще одного мафиози. Дон Коллоди. Этот однорукий бандит построил большущее казино для борьбы с бедностью. Его бедностью. Делайте ставку. 7 черные. Похоже, вы выиграли. Нет, проиграли. Все правильно. Экстренные новости. Мэр мегаполиса готовится подписать указ о запрете всех игорных заведений. Я наконец-то заметил, что наши сограждане теряют слишком много денег. Я не могу этого допустить. Я должен взорвать мэрию. Тогда мэр ничего не подпишет. И я смогу дальше обворовывать честных людей. Потому что я их ненавижу. Мощнейшая водородная бомба. Но она выглядит как обыкновенный будильник, который тысячами производят на моих заводах. Осталось только отвезти бомбу в мэрию. Я не позволю ему это сделать. Я не позволю ему не позволить мне этого сделать. Побрейся! Негодяй! Шляпа с ручкой! А тем временем наш исключительно замечательный мэр готовился подписать злополучный указ. Господин мэр, у вас под столом бомба! А я-то думал, чего это тикает?
Готов. Хе, смотрите, это будильник. Через секунду вся мэрия взлетит на воздух. Что это такое?